В 2020 году мы получили независимость от Великобритании и начали работать над системой образования. В тот момент у нас был очень низкий стандарт образования. Because everything was destroyed by the, you know, so many peoples and all that. Все было разрушено этими британскими колониальными властями, поэтому нам приходилось работать много. But the first government came to India, it was the Congress, which is governed by Pandit Jawaharlal Nehru. И первый президент Индии, Жавахарлал Нехру, который возглавил весь национальный конгресс, очень много работал над этим. The three things they have started on the problem. One is the, you know, quality. Second is education. And third is quality. And third is for women development.